Переложить 4 километра сетей по снабжению и провести текущий капитальный ремонт 25 котельных планируется в Вологде в течение лета. Работа уже началась. В частности, ведется серьезная реконструкция котельной на улице Комсомольской. Подробнее об этом Мария Поздеева. На данном месте будет установлено 3 современных котла, производительность которых позволила нам отказаться от 4 устаревших. Это котельная на улице Комсомольская. Она обслуживает более 40 домов в микрорайоне Заречье. Это сотни квартир и тысячи вологжан, которым каждый день необходима горячая вода, а в холодное время года хорошо прогретые батареи. Старое оборудование котельной с этими задачами не справлялось. Потому и было решено провести серьезную модернизацию имеющихся здесь теплоисточников. К работам подрядчик приступил уже месяц назад, не дожидаясь окончания отопительного сезона. Выполнен демонтаж старого существующего оборудования. Сейчас проводятся работы по организации фундаментов для установки дымовых труб и новых котлов. Пока демонтированы только 4 из 6 существующих котлов. Оставшиеся 2 теплоисточника останутся в резерве и после реконструкции котельной. И уже к началу отопительного сезона на этом объекте появится новое современное оборудование западного производства. Работать оно будет в автоматическом режиме, что гарантирует вологжанам стабильное и надежное получение тепловой энергии. Подобные котлы в полной мере функционируют на Пошехонском шоссе Балонина и Добролюбова и уже показали все свои преимущества. Для того, чтобы жителям обеспечить надежное и качественное теплоснабжение, вынуждены заниматься реконструкцией сетей и котельных, одновременно закрывая нерентабельные убыточные котельные. Все это приведет не только к повышению качества и надежности теплоснабжения, но и позволит сдерживать темпы роста тарифов на тепловую энергию. Эту работу Вологда-Гортеплосеть ведет в рамках большой программы по реконструкции системы теплоснабжения всего города. То, что модернизация котельных, да и сетей теплоснабжения необходима, сомнений нет. На сегодняшний день степень износа котельных составляет 70%. Аналогичная ситуация с коммуникациями. Всего к следующему отопительному сезону планируется переложить 4 километра сетей. Так работы уже ведутся на Московском шоссе, в микрорайоне Бывалово и других частях Вологды. В первую очередь внимание уделяется наиболее изношенным участкам. После окончания отопительного сезона в летний период по графику проходят гидравлические испытания тепловых сетей от источников. После этого уже делается вывод, где какие участки менять. Всего на замену сетей в этом году пойдет около 118 миллионов рублей. Но кроме старых коммуникаций в Вологде активно прокладывают и новые трубопроводы. Строительство сетей для подключения строящихся объектов будет происходить за счет средств застройщиков. Мария Поздеева, Антон Лукьянов, Вологда-Портал.